Кино на ТВ Рус. Что он говорит? Он говорит, что у русских женщин очень мягкие руки. Ты мне жену не соблазняй. Мы можем пойти в ресторан, кафе, бистро. Да с чего это вдруг? Никуда мы с вами не можем пойти. Ты мне очень понравилась. Очень сильно. Я хочу быть с тобой. Можете хотеть сколько вам угодно, а я уезжаю. Иностранец, что ли? Да он в тебя влюбился. Влюбился. Да. Француз добивается. По-русски говорит. Я не обольститель. Я не ловелас. Я уезжаю из Москвы навсегда. Ты сама пошел. Нас пустили как приличных людей. По-моему, папа в курсе. Эта история касается только меня. Ну, тогда разводись. Я тебя изменила. Чего? Первый раз в жизни. Ну, надо же когда-нибудь начинать. Вера Алентова и Анатолий Лабоцкий в фильме «Зависть богов». В воскресенье на ТВ Рус.